Север Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана. По меньшей мере, один человек погиб и семеро получили ранения. Об этом сообщило израильское государственное радио Кан. Ранее армия обороны Израиля Цахал объявила, что после срабатывания сирен воздушной тревоги были зафиксированы многочисленные ракетные запуски из Ливана по районам Нетуа, Манара и базе Цахал на севере Израиля. Цахал ответил ударами по источникам огня, сообщили в пресс-службе. По данным службы скорой медпомощи «Красный щит Давида», 7 пострадавших были эвакуированы в больницу Зив в городе Цфат на севере Израиля. Состояние троих из них оценивается как средней тяжести. В свою очередь, газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на представителей больницы Зив, что к ним поступили 8 человек, получивших ранения в результате ракетного обстрела. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. По информации радио Кан, из Ливана по Израилю было выпущено не менее 10 ракет.